знаете игру, которая успокаивает нервы, скорее всего. Вы играли в нее, наверное, с великим удовольствием. Такие в руки берешь, что же дальше делать, это ты и сам поймешь. Я стою поудобнее и делаю удар, и на столе выходит полный кошмар. Я волнуюсь, я потею, ну как право не робею, и ни от кого не скрою, что играть в бильярд умею. Йоу! Очень важно рассчитать угол, это нелегко. И не надо бить сильнее, и не надо далеко. Лучше очень нежно и легко ударить по шару. Я вам скажу, я обожаю эту игру. Если играешь, то кей в руки возьми, и на секунды три чисто замри. Даже кей ты чуть об стол не сломал, но потом напрягся и опа попал. Если играешь, то кей в руки возьми, и на секунды три чисто замри. Даже кей ты чуть об стол не сломал, но потом напрягся и опа попал. Мне вообще не оторваться от этой игры. Вот до чего я люблю закатывать шары. Я могу, конечно, день не играть, а потом беру 50 рублей и иду опять. Ой, е. Если играешь, то кей в руки возьми, и на секунды три чисто замри. Даже кит ты чуть об стол не сломал, но потом напрягся и опа попал. Долго их снимать.